Детские куртки, Child Proof Extra, зима, ну осень-зима получается, учитывая наш климат. Кстати, теплый подклад на 2-3 года, данная куртка, рукава, локти чистые. Такое вот состояние, в принципе, очень хорошее состояние, замочек работает. Так, следующая куртка мальчиковая, 134-140 сантиметров указанный рост, примерно лет на 8-9-10. Капюшон отсутствует. Состояние хорошее, замки работают. А рукава, локти чистые, более-менее. Вот тут чуть-чуть белая часть немножко стала серой чуть-чуть. Но в общем состояние очень хорошее. Так, далее следующая куртка на девочку. Бренд Gap на 6-7 лет. Фурнитура вся на месте. Кнопочки есть, рукава, локти чистые. Мальчиковая куртка. 104 сантиметра указан рост. Так, вот тут проблема с замком. Видите? А, надо будет прижать. Так-то замок есть, все на месте, но надо прижать. Не схватывает. А, рукава, локти чистые. Комбинезон. В хорошем состоянии. Мешки, кстати, маленькие, по 9 килограмм примерно. Данную куртку у нас на 9-10 лет, 134-140 сантиметров указан рост. Мальчиковая куртка марки Trespass. Кстати, внутренний флисовый подклад снимается. Это толстовка получается у нас внутри еще есть дополнительно. Так, рукава, локти чистые, состояние хорошее. Замок работает. Лего Лир написано, 128 сантиметров указан рост, капюшон снимается. Так, тут, видимо, был этот искусственный мех на пуговицах. Сейчас отсутствует, а вот здесь, кстати, вот. Вот это было здесь, я также обратно в карман уберу. Рукава, локти чистые, состояние хорошее, 128 сантиметров. Рост был там указан. Так, жилетка марки Rebel. Состояние хорошее, замки работают на 8-9 лет. Состояние хорошее. На 3 месяца 60 сантиметров указан рост. Еще одна мальчиковая куртка марки Next. Состояние хорошее, катышков на резинке нет. Резинка эластичная. 12-18 месяцев, то есть получается на год, на полтора года. Бренд George. Куртка на девочку, замки работают, кнопочки все на месте. Рукава, локти чистые. Резинка эластичная на рукаве. Состояние хорошее. Кстати, парка, да? 9-10 лет указан возраст. Хорошая куртка. Мальчиковая куртка. 5-6 лет, 116 сантиметров указан рост. Капюшон предусмотрен, но отсутствует. Здесь нету. Рукава, локти чистые, состояние хорошее. Тут, видимо, были печенье, крошки какие-то остались. Так, куртка на девочку. 140 сантиметров указан рост. Парка. 140 это получается где-то лет на 10 примерно. 9-10 лет. Рукава, локти чистые, состояние отличное. Бренд Next.
9 лет здесь указан возраст. Искусственный мех. В хорошем состоянии. Лычковая куртка. Замок работает, кнопки все на месте. Возраст 18-24 месяца, то есть получается 1,5-2 года. На рукавах резинки есть. Вот тут какое-то пятнышко есть маленькое. Так, в целом состояние хорошее. И последняя куртка из этого мешка, это жилетка. Жилетка, кнопочки все на месте. А, вот тут еще есть замочек. Замок работает. 11-12 лет указан возраст. Не снимается. Состояние хорошее. Резинка эластичная. На этом все.